Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы находимся, видите, немножко в другом интерьере. Последний раз мы разговаривали про интерьер и экстерьер. Но это касалось основного здания, которое строится будет. А в данном случае мы находимся сейчас в кабинете. Кабинет носит название ОКС, отдел капитального строительства. Раньше здесь была мастерская, лаборатория, но сейчас сделали немножко косметический ремонт и оборудовали его для работы инженерного персонала, конструкторов, технологов и так далее. Но пока это ОКС, отдел капитального строительства. Здесь будут располагаться сотрудники, которые будут контролировать строительство, заниматься вопросами строительства. Документация будет здесь собираться, все в одном месте. Ну, это обусловлено временем и теми задачами, которые перед нами с вами стоят. Вот. Ну, сейчас передо мной папочка лежит. Но мы не у Якубовича на поле чудес. Это не студия, а рабочий кабинет. Поэтому, ну, наверное, в этот раз не будем загадки делать и ставки делать, что находится в этой папке. А в этой папке находятся документы, достаточно свежие. Те документы, которые в силу ряда обстоятельств, подписание которых было отложено на длительное время, но тем не менее они, эти документы, подписаны. Не пришлось даже того срока полтора месяца ждать. Там, ребята, команда сработала очень хорошо. Переговоры завершились тем, что у меня сейчас вот в руках документ. Вот сопроводительное письмо от Технополиса Москва, в котором написано, что в этом пакете находится для подписания договор аренды земельного участка и приложение к договорам в трех экземплярах. Вот, я думаю, видно. Вот. Эти документы подписаны. Непосредственно сами договоры, вот они находятся, и акты передачи земельного участка. Все это подписано с нашей стороны. Значит, в понедельник они будут отправлены в Технополис Москва. Ну вот, видно, вот тут я могу показать, вот есть выписка с ЕГРН, видите, с печатями, со всеми остальными делами. Здесь вот находится, здесь можно даже посмотреть, вот он, план участка приводится. Вот, ну и после того, как это все будет подписано, вот он, видите, да, вот особая экономическая зона Зеленоград, все подписано, договор. После этого все эти документы будут направлены на государственную регистрацию. Для того, чтобы мы уже могли дальше двигаться, нам нужно целый ряд документов будет получить о регистрации этого участка и всех остальных сопроводительные. И мы двинемся дальше. Поэтому, что бы там ни говорили доброжелатели наши, добрые наши почитатели, оппоненты, ну, документы говорят обратно. Вот. И, соответственно, после праздника, как мы говорили на вебинаре, мы начинаем завозить на площадку стройгородок. Это бытовки, временные сооружения, временное оборудование, которое необходимо для начала строительства. Но это не само строительство будет еще. До строительства нам надо будет проект сдать на всевозможные экспертизы. Это и градостроительная экспертиза, и противопожарная экспертиза, экспертиза у пожарников, и по охране окружающей среды, и так далее, и так далее, и так далее.
только после завершения всех этих экспертиз можем получить разрешение. Но это событие, я думаю, тоже не за горами. Поэтому мы все ближе и ближе к тому моменту, когда начнется строительство. Многие говорили, будет ли, спрашивали, интересовались, будет ли установлены веб-камеры на строительной площадке, чтобы можно было смотреть в реальном времени. Ну, давайте к этому вопросу вернемся тогда, когда стройгородок будет смонтирован, потому что пока что и устанавливать веб-камеру некуда, ничего там нет, не находится, пока что и подключать некуда и так далее. Да, целый ряд технических вопросов. Поэтому, когда техническая возможность появится, тогда мы этот вопрос и рассмотрим с вами. Ну, затем у меня информация вся. Пирамида растет. Вот эта папочка ляжет еще. То ли снизу, то ли сверху. Я не знаю как, но куча документов становится, пирамида документов становится больше, больше и больше. В этом помещении видно, сколько здесь отведено для размещения этих документов. Плюс ко всему есть архив, целый склад и так далее. Бумажная работа ведется. Пирамида нарастает документально, материально и нематериально. Вот. Ну и скоро уже наступит тот момент, когда все это начнет реализовываться в виде основного объекта. На этом все. Благодарю за внимание. И до новых встреч, до новых роликов, до новых сюжетов. Ну и до новой интересной информации. Ожидаем всеми. Спасибо. Двадцатого апреля прошла живая встреча-презентация проекта «Двигатели Дуйнова» в городе Санкт-Петербург. Встреча состоялась в конференц-зале отеля Holiday Inn, куда традиционно пришли участники проекта, инвесторы и партнеры, а также те, кто только начинает знакомство с проектом. Помимо Павла Филиппова и Сергея Мазина, спикером мероприятия выступил Евгений Дуйнов, чье присутствие стало приятным сюрпризом для присутствующих, которые ждали получить больше технической информации о проекте. Свое выступление Евгений начал с того, что в очередной раз подчеркнул важность и своевременность технологии «Славянка» для сохранения комфортного уровня жизни всего человечества в условиях исчерпания и удорожания природных ресурсов. Рассказал, почему у электродвигателей Дуйнова есть все шансы занять лидирующие позиции на российском и международном рынке, а также представил слушателям ряд наиболее известных разработок инженера Дмитрия Дуйнова. Начну по порядку. Там в фойе представлен МППК «Горыныч», аппарат плазменной сварки резки, другой термообработки. Вот это наша предыдущая разработка, которую мы провели от идеи до начала продаж, вывода на рынок, маркетинга, рекламы. Вот. Также там представлен двигатель DA100S. Это производимый мелкосерийно в Китае мотор с нашими обмотками, который был модернизирован по нашей технологии и предназначается для использования в мотоциклах, мопедах и легких электромобилях. Также там представлены образцы деталей двигателей, вырезанных на лазере нашем, спроектированных по нашим технологиям, а также статор, мотор колеса 186 габарита. Здесь вы можете наблюдать двигатель 318 габарита, достаточно крупный, тяжелый. У нас смонтировано в раме версии, это один из ходовых опытных образцов, который мы используем для тестирования мотор колес, тестирования привода, тому как цифры на стенде, они дают достаточно хорошую точную информацию о характеристиках, но требуется также узнать какие-то его ездовые характеристики, эксплуатационные характеристики. Вот и это одна из рам, один из байков, на которых мы ведем отработку технологии мотор-колеса. Данный мотор развивает мощность до 20 кВт, выдает вращающий момент до 200 ньютон-метров на колесо уже. К примеру, какого-нибудь четырехтактного двигателя китайского мотоцикла 250-кубового на двигателе вращающий момент около 20 ньютон-метров. И, правда, у него еще есть трансмиссия, коробка, цепь. Вот. И данный мотор в сборе вместе с колесом, ободом весит 17 килограмм. Но это пока лишь опытный образец, поэтому его вес был значительно завышен с учетом того, что он делается на универсальных станках, и изготовитель может просто промахнуться по размерам
Поэтому для обеспечения точности приходится сильно увеличивать все толщины, размеры, и колесо весит больше. А также мы разработали двигатель 186 габарита, он значительно легче по весу, но имеет несколько меньшую мощность. Этот двигатель, это как раз касаясь класса энергоэффективности, он в корпусе IE1, имеет характеристики двигателя IE3 и соответствует новым европейским стандартам. Сейчас, кроме европейских стран, практически никто не производит асинхронные двигатели этого класса энергоэффективности. Вот. И европейским компаниям зачастую приходится прибегать к закупке моторов в Китае, так называемых BLDC, бесколлекторных моторов, для производства которых требуются постоянные магниты, сырье для которых добывается в основном в Китае. Но здесь есть один очень важный нюанс. Данное сырье, оно добывается в ограниченных количествах. И сейчас, к примеру, требуется порядка 250 тонн неодима в год, но китайская промышленность может обеспечить поставками только 150 тонн. Вот, насколько я помню правильные цифры. Вот. И, соответственно, имеется на рынке широкая ниша, незанятая, на которую мы можем в любом случае выходить, как с мотор-колесами, так и с другими моторами. И покрыть потребность 250 тонн промышленность сможет только через 7-8 лет, что связано со скоростью строительства шахты и подвижения забоев, так как это сопряжено с выбросами вредных веществ и радиаций. Но через 7-8 лет, как, думаю, вы можете себе представить, насколько возрастет уже потребность в данных материалах. Поэтому единственный способ заполнить эту нишу – это производство новых энергоэффективных асинхронных двигателей. Так что этот мотор – это одна из достаточно важных вех развития нашей компании, и он представлен здесь сейчас. Он, как правило, на габарит больше, и по стоимости иногда в 10 раз превосходит двигатель IE1 за счет применения дорогих материалов и сложных технологий их обработки для обеспечения достаточно высоких КПД и прочих энергетических характеристик. Хочу сказать еще несколько слов о том, насколько важен может быть проект для современного человечества. Когда-то давно человек научился сельскому хозяйству. Пала необходимость заниматься кочевым образом жизни. Человек смог построить в одном месте уже в каком-то свои дома, обосноваться прочно и жить более комфортной жизнью. Через практически 1000 лет после этого, даже не одну, человек изобрел паровой двигатель. Это привело к индустриальной революции, после которой человек уже смог накапливать некие достаточные запасы провизии, вещей, которые ему позволяли существовать, не занимаясь постоянно практически какими-то вопросами своего собственного выживания, а уже позаботиться о комфорте более широких масс населения. После паровых двигателей, после промышленной революции, появился электрический двигатель в конце 19-го, начале 20 века. И именно электрические двигатели сделали нашу цивилизацию такой, какой мы видим ее сейчас. Асинхронный двигатель – это самый востребованный тип электрических машин. Потому что именно они качают воду в ваши дома, везут в большинстве своем поезда, вращают шпиндели станков, которые занимаются изготовлением практически всех вещей, которые вы используете в повседневной жизни. То есть без них невозможно представить себе современного человека. Однако раньше стояла задача насытить мир, насытить рынок достаточным количеством электрических машин, чтобы покрыть все нужды человека. Сейчас главный вызов перед человеческой цивилизацией – это сохранить для нас наш текущий достаточно комфортный и сытый образ жизни. Но ресурсы нашей планеты, они не безграничны. Поэтому сейчас главный вызов нашей цивилизации – это сохранение ресурсов, в том числе энергетических. Поэтому сейчас были приняты стандарты двигателей IE3, о которых говорилось раньше. И Россия не производит моторов, которые бы им соответствовали. Вот. Сейчас производимые массово серийные электродвигатели высоких классов энергоэффективности по размеру и габаритам больше, чем старые машины. А стоимость их зачастую в десяток раз выше, чем у обычных асинхроников класса IE1. Поэтому сейчас те, кто смогут наладить производство новых, соответствующих современным требованиям двигателей, они станут основными игроками на рынке. Как когда на заре развития электронных технологий появились компании Microsoft, Apple, которые сейчас являются одними из крупнейших мировых компаний
и полностью являются законодателями рынка, так и сейчас те компании, которые смогут заняться производством, проектированием, что немаловажно, новых двигателей, соответствующих современным требованиям, они станут основными игроками на рынке. И у нашей компании есть все шансы для того, чтобы занять эту нишу. Поэтому вы сейчас, все, кто находится в зале, можете стать участниками компании, которая может стать одним из крупнейших игроков на международном рынке. Встреча прошла в конструктивной атмосфере взаимодействия и оставила приятное впечатление как у организаторов, так и у участников. А если вы и дальше хотите получать самую свежую и актуальную информацию из жизни проекта «Двигатели Дуйнова», обязательно подписывайтесь на наш канал, наши социальные сети и, конечно, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Буду вам очень признателен, если вы сделаете репост этого видео. Таким образом, вы очень сильно поможете в развитии проекта. С вами был Александр Сударев. До новых встреч!